Всем доброго времени суток. Хотелось бы с вами поделиться о своих достижениях в этом году и приобретением, очень нужных инструментов для плиточника, без которых я уже и не могу представить свои работы. В первую очередь хотел представить вам этот стол. За время, которое я его тестировал, он показался мне очень крутым и незаменимым в моем профиле. А самое главное, он доступен каждому и стоит всего-навсего 41 тысячу. За покупку стола дают сразу 4000 баллов. Я уже делал обзор на этот стол, но, к сожалению, у этого видео мало просмотров, всего 5000. Хотя на моем канале есть видео больше 4 миллионов. И я решил показать его достижения за то время, что он пробыл у меня. А также оставлю ссылку на сайт, где я его приобретал. Здесь также вы увидите все мною приобретенные инструменты для плиточника в этом году. И, как вы видите, они взаимно связаны. И все работы производятся только на этом столе. Были приобретенные плиткорезы на 1,20 м от ДЛТ и на 1 м от Руби. Все они идут с направляющими линейками для серийной резки плит одного размера. То есть уже не надо переносить размер на плитку. Мы просто выставляем линейку в нужном нам размере и быстро режем, что повышает коэффициент полезного действия. Очень удобно снимать фаску, так как здесь имеются зажимы для плитки к столу. И плитка держится на столе очень устойчиво. Также на столе можно распускать плитку большого размера, например, 1,60 м на 3,20 м. Ну и, как вы видите, я приобрел такой станок, и он четко подошел к этому столу. Обзор на этот станок я уже сделал, и кому интересно, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Ну и, конечно же, в связи с тем, что по какой-то причине на обзоре нет просмотров, то есть большинство подписчиков не нажали колокольчик и для них нет уведомлений. По этой причине большинство моих подписчиков не смотрели этот обзор. И по вашим просьбам я сейчас покажу вам полный обзор на этот стол. Ну а в конце видео промелькнут еще несколько интересных работ на этом столе. Приятного всем просмотра! Всем привет! Приобрел себе вот такой вот стол плиточника от бренда Кристалл. Ну и, как всегда, распаковка. Это у нас идут ножки стола. Итак, ширина платформы 10 сантиметров. Толщина металла 3 миллиметра. Высота платформы 4 сантиметра. На ножках установлены амортизаторы. Так, пробуем разложить. Механизм простой. Работает легко и непринужденно. Ножки установлены на шариковых подшипниках. Это у нас первый элемент. Теперь разберем второй элемент. Ну, тут в принципе все то же самое. Итак, толщина ножки составляет 3 сантиметра на 3. Наконечник ножки установили шариковый подшипник. И, как вы видите, он съемный. Теперь распакуем профиля. На профилях установлены готовые крепежи для крепления с ножками. Крепится вот такими вот барашками. Ширина профиля составляет 8 сантиметров. Высота ребра жесткости 5 сантиметров и ширина 3,5 сантиметра. Теперь приступим к сборке. Но так собирать не совсем удобно. И я пошел другим путем. Думаю, что такой способ сборки будет более актуальным. Болты в виде барашек легко затягиваются от руки.
Ну что, собрали стол, и сейчас мы попробуем его поднять. Стол довольно-таки легкий, и его вполне можно переносить одному. Размер его составил: ширина 1 метр, длина 2 метра. Далее у нас идет удлинитель стола и вот такие вот соединительные планки. И вот так вот он собирается. У удлинителя стола те же самые ножки, что и у основного стола. Чтобы соединить профиль удлинителя к основному столу, мы прикручиваем вот такими вот соединительными планочками. Но это тоже не очень удобный способ, и мы пойдем тем же путем, что и с основным. Далее у нас идет расширитель для стола. Вот таким вот образом собирается. Здесь у нас идет соединительные планки. Ширина планки 11,5 сантиметров. Толщина металла 3 миллиметра. Длина 61 сантиметр. Далее произведем монтаж соединительных планок. Разбираем дополнительные ножки и соединяем с боковой планкой. То же самое делаем со второй ножкой. Далее собираем профиля и закручиваем. Вот такой вот у нас стол получается в готовом виде. За счет того, что у нас на ножках установлены шариковые подшипники, стол становится ровно практически на любой поверхности. Общая длина стола составила 3 метра, ширина стола 1 метр, расширитель 75 сантиметров. Итого с одной стороны метр, а с другой 1,75 м на 3.
Ну а в следующем видео вы увидите обзор системы резки для крупного формата. То есть этот обзор был смонтирован вместе с обзором стола только в конце видео. И по всей видимости его вообще не смотрели, так как он не был сделан отдельно. И я решил его показать также отдельно. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.